Я увидел теорию, что при горении возможно выделяется больше тепла, чем потраченной энергии при горении вот этой плазмы. Теперь где-то потребление. Вот. Моя установка обогреваться. Близко подходить не могу, потому что ты может выключить. Немножечко лучше настроил на резонанс, поэтому теперь сильнее греет, сильнее схватывает. Дубля камня. Вот так я руку подержал, у меня фатверд. Вот так уже потом и выдержать трудно, горячо. Уже тепло чувствую, уже горячо становится. Подогреть можно. Тогда можно лампочку включить, на нее руку положить, тоже будет не горячо. И тут может быть больше энергии выделяется. Так выгревай помещение. Вот
импульсного блока питания питается. Потребление где-то 5 ампер. Напряжение какое, не знаю. Где-то между 15 вольт и 9 вольт. Вроде бы выключился. Ты вспомнил. Где же, откуда же берется прибавка? Прибавка берется из того, что горят легкий водород. Может, не легкий водород, а горят молекулы воздуха. Вот это. Откуда этот цвет получается? И тепло. Я отключил питание, дотронулся до отвертки, этот отвертка вот до этого конца не было все горячее, удержать нельзя. Тут уже тепло чувствуется.
горячо. Горят молекулы воздуха, и они выделяют тепло. А молекул воздуха полно. Их можно... Она свободна. Их можно воздуха сколько хочешь накачать. Он горит в воздухе, выделяет тепло. Чем длиннее эта плазма, тем земля. Кто хочет так обогревать свой дом, пользуйтесь с нездоровым этим изобретением. Господи, Господи, Господи.
так горит лампа. 53 ватт нужно заземление. Сколько от нее типа? Когда только счетов не включишь, мог удержать. Теперь стало немножко теплее. Теплее, но все равно мог удержать. Четыре с половиной ампера. Сколько вольт? Не уже горячий. Удержать могу вот так вот. Тем более, когда держу, она тогда остывает, а потом уже лучше не беру. Только когда она нагревается, то сперва не могу вот так вот горячий. Потом я дальше подержу уже. Горячо, но когда подержала мою руку, остудит стекло, и тогда смогу лучше держать. Нет, не остужает. Сложно это удержать. Только холоднее, я могу дольше.